детская площадка с горками, с качельками. Мягкая покрытие. Да. А, это прям такая, берешь и качаешься. Да, почти покрытие вот типа газончиков искусственных, мягкое такое. Это не асфальт. Горки. Вот на той стороне тоже качельки. А мы прошли, я не успела снять. Но вот отсюда тоже видно. Вот оранжевые и желтые вот такие, ну как их назвать? Это тренажеры. Это уже не детская площадка, а тренажеры для всех, для взрослых. Это все бесплатно. Площадка еще одна детская. Вот цветочки красивые. Похоже на наши сухоцветы. А, так это и есть сухоцветы. Сухоцветы. Вот слышите, как они шелестят. Так, идем дальше. Вон корниты, Кирюша меня ждут уже под пальмочкой.